Казанском федеральном университете продолжается приемная кампания 2020 года. На данный момент в КФУ подано 71 154 заявления на поступление. Из них 45 831 заявления на бюджет и 25 323 заявления на контрактную форму обучения. Лидерами приемной кампании стали юридический факультет 16,3 человека на место, затем Институт управления экономикой и финансов 13,24 человека на место, и третье место занимает Институт международных отношений 11,4 человека на одно место. Мы видим, что сейчас уже вот идет такое вот приближение к пиковой точке. Суточное количество заявлений, которое подают, вот вчера было 2561 заявление. Сегодня 1581. Сколько будет завтра? Ну, уж явно, что не менее 1000. И вот это вот превышение 1000, это и есть свидетельство того, что идет, конечно, вот это вот приближение к пиковой нагрузке. Напомним, что прием документов продолжается до 18 августа, а уже 26 августа станет последним днем, когда вывесят приказы о поступлении. Все те, кто испытывает трудности с подачей заявлений онлайн, могут лично подойти в университет и подать документы на поступление. Лев Диденко, Булат Садыков, Универ Ньюс.